В мэрии решили заняться перевозчиками, которые не выполняют условия контракта. Первыми под возможное расторжение попадают предприниматели, обслуживающие маршруты 9 и 26. Об этом заявили в горадминистрации. На работу перевозчиков на этих маршрутах поступает очень много жалоб от горожан. Также в мэрии отмечают, что на машинах, обслуживающих эти маршруты, часто не включены приборы ГЛОНАСС. Да и техники там работает меньше, чем указано в маршрутных картах. В случае, если перевозчики не исправят ситуацию в недельный срок, муниципальный контракт с ними будет расторгнут.